Я напишу заявление, Дима, как? Меня чуть не попал, промахнулся, эти рикошеты. Я выхожу только, дынь-дынь, она вяк и все, я-то ничего не понял. Клиент пришел, я побежал туда, обратно выхожу, собака дергается. Что за дела? И эта машина вот так она, шик и по территориям, ну, крутится, ну, что-то как это, ищет. Знаешь, ну, сразу видно, что там машина что-то промышляет. И он вот он сюда потом так заезжает. Ты чё, кто такой, чё почём, откуда? Ну и все, тут он пошел ты нахуй на меня. Я говорю, слышь, ты вообще попутал рамсы или что? Через два дня должна щенков принести. Ну есть какое-то там чувство, хотя она не по территории, нигде. Ну ты же гад такой, ну ты же видишь.